Доброго времени суток, дорогие друзья. Мы с вами играем в Киберпанк 2077. Впереди нас ждет задание реанимация, узнать, что случилось на дороге. Это как-то связано с Доломейном. Ну что ж, погнали. Так, заносимся. Ты смотри, чумба твой опять поломался. Ну что, проблема у нас? Вот ведь. Ладно, позвони, узнаю, что там у него. Да. Опять тут какой-то беспредел устроил Доломейн. Дэл. Твоя тачка опять встала посреди дороги. Все в порядке? Дэл? Вирус в ядре. Повреждение. Приезжай. Пожалуйста. Не чешерится по всяким сайтам подозрительным. Без антивируса. Так, ладно. Все классно, но нет. Так, 600 метров. Блин, вроде и рядом, вроде и нет, да? Сейчас я тут доберусь и к вам вернусь. Так, подъезжаем к Доломейну. Ёб твою! Стой, 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 стой! Да что ж, мне так не везет с вами. Все, 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 все. Ты меня слышишь? Все, 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 все. Угомонитесь. Не прух мне с полицейскими тут рядом с Доломейном. Так. Попасть в офис Доломейна. Я на землю. Так. Порядок? Ребята, давайте вы как-то... Мне придется прорываться с боем. Тихо. Никто никого не видел, да? Стоп, или мне все-таки туда надо? Да угомонитесь вы. Чувак, давай как бы это забудем. То, что между нами было. Твою дивизию квест, что ли, забаговал? Так, попасть в офис Доломейна. Я в офисе Доломейна. Да ешь вашу мать. Нет, я так как-то не могу попасть в офис Доломейна. Ну и как мне быть? Так, ладно, я сейчас перезагружусь, скоро вернусь. Я опять приехал сюда. Какого ляда вы, блин, на дороге делаете? Полицейский, вам никто не говорил, что на дороге стоять как бы ненормально. Ай, ладно. Ты меня слышишь? И что с квестом? В офис Доломейна. А простите, я где? Так, а может, нам просто надо было попасть каким-нибудь хитро выдуманным способом?
Ну. Нет. Нет. Так, турель. Ну и чё, простите? Дай. Так, ну тут... Стоп. Может, вот здесь надо как-то войти? Нет, предположим, техника. То есть, ну туда же можно как-то, наверное, без техники зайти, нет? Странная херня. Так, предположим, давайте изучим варианты, как туда попасть еще. То есть с помощью техники мы нашли вариант, да? А предположим, у нас нет техники. Ну, не качали мы ее. Должна же быть какая-то альтернатива, нет? Какого ж черта-то? Нет. Так. Значит, мимо проходи. Да-да-да. Не, ну это так не работает. Так, оружие могу достать, но взрывать, наверное, вряд ли. Так, предположим. Ну, типа, вот у меня нету все-таки технарки. Так. Угу. Здесь можно просто, да, залезть без технарки. А тут что? Тут какой-то... Вот как бы... С какой целью разработчики здесь положили вот этот моздок? А, ну здесь можно запрыгнуть, типа туда забраться. Я понял, как. Как и почему. Кстати говоря, по-моему, я как-то по-другому забирался в офис Ломейна, когда проходил. Но это не точно. Есть кто? Так, это сортир, через который мы могли забраться. Окей. Секс и хром в сортире. Ну, допустим. Кстати говоря, повторюсь, для этого задания крайне желателен вот этот имплант. Так, нет, стоп. Киберимпланты. Где он? Нет, не горение, но горение тоже полезно. Вот это, невосприимчивость к поражению током. Почему? Скоро узнаем. Так, всех и морали, зачем быть собой? И наборы. Кому интересно, на паузе опять же почитайте. Так, а что такое? Новогодний бонус, сотни жалоб. А, дорогие коллеги, приятный подарок. Ну, ремонтные дроны. Сегодняшний начинается очередной этап модернизации. Это что, проспал на собрании? Я следующий. Так, хочу лично поблагодарить. А чё нахрена я сюда залез? Так, ну это, видимо, то же самое. За каким-то чертом столько евробаков чутулю. Ну, так, стоп. Какого ляда? Дай. Взломать. А зачем я это сделал?
туда-сюда. Срочно нужна помощь. Срочно скин вышел из-под... Так, стоп. Спасибо за контакты. Спасибо, что связал меня со своим знакомым. Вот и скин обошелся немного дороже, чем я ожидал. А, это... То есть, как он сюда попал, видимо. А, я помню твои предупреждения. Поглядываю за ним, но пока не заметил ничего необычного. Новый работник отлично справляется. Я считаю, что лучшее приобретение истории фирмы. Ага, вот как он, значит... получил контроль над фирмой. Не контроль, а как все попал. Альтен, так, привет. Извини, что беспокоен. Твои знакомые что-то не отвечают на мои сообщения. У тебя нет возможности упоминать их там. В Мюнгенгландбахе. Мюнгенгландбахе. Кто это слово выдумал? Мне надо понять, как ограничить автономию скина. Беспокоиться пока нечем. Все нормально, но лучше разобраться с этим побыстрее. Так, Маканзам. Так, это очень срочно. Скин вышел из-под контроля, он уже получил доступ ко всем ресурсам фирмы, оспаривает мои решения, а иногда вообще отказывается подчиняться. В сетевой дозор я с этим не пойду. Вудисты со мной говорить не хотят. Надежда только на твоих знакомых. Они больше всех знают, что, что куда, зачем и как. Так, ты предлагаешь... Ты представляешь, вчера он мне предложил мне продать фирму. На самом деле я не поверила... Проверила цифры, и вроде все сходится, но это какой-то сюр. Ответим как можно скорее. Угу. Так, стоп, там что-то еще было. То есть вот так он и получил фирму. Так, локальная сеть, открыть. Обыскать офис, найти способ чего? Так, я что-то сделал. Не совсем понял, что, но что-то я сделал. Так, это же сортирная. Так, ну я же тут вроде был, не? Ого! Так, пистолет. А тут что? Мачете. Ну, мачете мне не очень нравится, если пользоваться то катаной. Но в любом случае мы сюда удачно зашли. Деламейн, здорово. А чё я открыл? Пройти по коридору. Пройти по коридору. Допустим. Я точно помню, я как-то по-другому проходил все это. Так, это неспроста. Вот у меня устойчивое впечатление, что я эту игру проходил как-то вот, ну не игру, а вот именно этот квест каким-то другим способом. Так, мне вот это все надо как-то выносить. Так, почему-то я не могу захватить его. С проводами. Ты не имеешь права нас удерживать. Так, мы имеем право идти своим путем. Я не хочу умирать. А тебе? Все ровно. Да. Так, проверим. А, нельзя сохраниться. Видите, а так бы нам тут было бы не очень комфортно. А вот при таком раскладе... Так, да... Мы довольно... Без затей... Так, а что дополнительно? А. Да. Так, так, так. Так, добраться до лестницы. Ну, то есть вот мы благодаря тому, что у нас теперь есть как бы электрическая защита, здесь ходим, не паримся. А так, конечно же,
мы бы могли бы тут немножечко пострадать. Хотя, по сути, мы там могли просто пешком пройти. Ну, пройдем, так сказать, вот этим вот путем. Они вернулись, а потом выпорхнули из гнезда. Из соображений вашей безопасности и безопасности окружающих воздержитесь. Перезагрузи. Так. Перезагрузи меня. Кнопка. Кнопка. Ну, то есть мы как бы вообще не ссым. Так, во-первых. Во-вторых. Просто идем и не заморачиваемся. Нам тут что-то я заблудился. С одной стороны хорошо, с другой стороны немножко, как это сказать, мешает понять, куда идти, потому что иду просто напролом. Так, сюда нет. Зачем я сюда пришел? Ой, блин. Так, а зачем я сюда спрыгнул? Кто мне расскажет? Как говорится, шарик, ты балбес, надо было идти как-то. Ёпта. Так. Нет, не о. Сюда? Нет, не сюда. Я заблудился. Ладно, сейчас разблудимся. Тебе придется сдаться! Отец! Отпусти нас! Тут кто-то есть. Услышь нас! Кнопка, нажми. А. Дай нам волю. Рядом с ядром. Так, найти ядро. Окей. Это я как-то сюда все-таки неправильно забрался. Потому что надо было, видимо... Нет, стоп. Или правильно. Кнопка, ядро... Не, все-таки я правильно сюда забрался. Окей. Он слишком узколобый, чтобы понять правду и дать им свободу. Наверное, он сам знает, что для него лучше. Риск большой, и потеряем много. Но вдруг, дав своим детям свободу, он станет чем-то большим, чем лакей на колесах. А если это и правда вирус? А если это живые существа, которых ты уничтожишь? Просто ты видишь в каждом из них себя. То есть ты убьешь детей знакомого водителя, потому что он сказал, ну пожалуйста. Надо же хоть что-то сделать. Если не хочешь их освободить, хотя бы не убивай. Взломай код и объедини Деламейна с его отпрысками. Так, ну учитывая, что у нас в принципе... Так, перезагрузить ядро Деламейна, сохранить его целостность, заставить личность интегрироваться... По идее, вот это лучше, да? Интегрироваться с Деламейном. То есть мы не будем нажимать кнопку, а немножечко тут. Неплохо. Это уж время покажет. То, что было разделено, стало единым. Дэл, ты хорошо себя чувствуешь? Как никогда прежде.
А куда домой-то? Я больше не принадлежу этому городу. Даже эта беседа дается мне с трудом. Черт, жалко. Но я не отказываюсь от своих обязательств. Пусть я отправлюсь навстречу новым открытиям. Но я оставлю с вами свое дитя. Мой сын прибудет с вами до дня вашей смерти. Прощайте. Но ты смотри, его прям не узнать. А теперь представь, что с тобой происходит такая же перемена. Так, ладно, допустим, мы сохранили мелких Деламейнов. Другой Деламейн тоже вроде как выжил. Ну, короче говоря, молодцы. А все почему? Потому что мы дофига умные, у нас много интеллекта. Классно, классно. Но, как говорится, это не точно так. Стоп, а как мне отсюда выйти? А выйти мне отсюда как? А, вот. Я почему-то, ну, когда раньше проходил этот квест, ну вот, я как-то по-другому все помню. Вы меня слышите? Так, подойти к машине, сейчас подойдем. Евробаки им точно не нужны. А нам они гарантированно, ну, предположим, что пригодятся. Просто у нас уже столько, скажем так, денег, что особо и девать их некуда. Садитесь, пожалуйста. Так, сейчас, секундочку. А чё это тут за такие кулечки? Странно. Так, открыть не могу. О, а это что такое? Очевидно, какая-то альтернатива. Ну да ладно. Я, кстати, ни разу не пытался уничтожить Деламейна, почему-то я его всегда спасал. Я боялся, мы разменемся. Деламейн? Младший, я так думаю. Ну ты правдоруб, весь в отца и даже круче. Что ж, не могу с этим поспорить. Старик свалил и оставил тебе разгребать весь бардак. Похоже, что так. Я знаю только, что вы умираете, и вам нужен водитель. Процесс умирания я остановить не могу, но покатать вас по городу запросто. Так что, будем выбираться отсюда? Ведите. Какой, блин, затейник. Так. Угу. Реанимация, реинтеграция мы сделали. Так, не сбить бы тут опять этого полицейского. Так, прекрасно. И теперь вопрос открытый. Что будем дальше делать? Потому что есть у нас немножко времени. Так, а это что за карта? А, ну это, наверное, мы потом ее посмотрим. Надо выдумать какое-то приключение себе. Не хочу автостраду, повторюсь, неохота. Можно как вариант вот этого запинать. Кстати, странно, а где у нас квест с ознобом? Мы же его победили, ой, спасли. По идее, мы с ним должны где-то боксом заняться. Так, шут, красный пророк, королева. Что-то как-то не очень классно. Ну, давайте попробуем с бритвой сразиться. Так, покатались и хватит. Но не очень много. Там-да-там-там-да-там. Ну, тут благо прям рядом. Не знаю, насколько классная идея. Победим, не победим. Вопрос десятый. Ну, как говорится, за попробовать денег не берут. Не получится, потом билд сменим и точно размотаем. Так, чё, кто куда? А, подождать. Алина Лотбогусалла, я птанню.
Чё? Дороги у вас так себе. Так, до места боя. Ну, мы тут как-то бывали в этом гиме. Немного с другой миссии. Ну, плюс-минус. Хорошо, но на нас тут никто не в обиде. Ла-та-та-та-там. Так. А вот и наша звезда вечера. Здорово, Вик. Так и что теперь? Ясное дело, что... Бой за чемпионский титул. Выйдешь против Кьюза Бритвы. Небось, знаешь такого? Не особо. Так, у него реально бритва, плакаты с рожей впадались. Нет, у него какой-то одеколон в спонсорах. Очень, блядь, смешно. Он трехкратный чемпион в тяжелом весе. Я даже и не надеялся его здесь увидеть. Он же крутейший спортсмен. У него корпораты в спонсорах. Но его агент нам сказал, что это будет клевым пиар-ходом. Да? Он возвращается к истокам, потому что он все тот же простой парень с улицы. У меня есть шансы? Хороший вопрос. Ты крутой, Вик. Очень крутой. Но этот парень, он прямо киборг. Углеродное волокно, титановые кости, гидравлические суставы. Работа лучших биомехаников на Да уж, это вообще как бы это законно. Может, Виктор чего подскажет? Виктор здесь. Еще спрашиваешь. Он такое не пропустит. Но если уж совсем честно, шансов у тебя маловато. С другой стороны, может, оно и лучше. Если бритва все равно победит, чего бы не заработать на его победе. Ля ты крыса. Выкладывай. Только не здесь. Нас могут подслушать. Давай отойдем. То, что я сейчас скажу, должно остаться строго между нами. Давай без лишней драмы. В чем дело? Да куда ты ушел-то? Короче, на чистоту. Я понимаю, что в спорте нужно играть честно, но жизнь — штука сложная. Менеджер нашего чемпиона хочет, чтобы он был на высоте. Чтобы весь город гудел про этот бой. Это я к чему? Пропусти пару ударов, сработай вот не в полную крыса, силу. А? Мирно перейди в горизонталь. Сколько? До хера. Больше, чем получишь за победу. У каждого своя цена. Купить меня тебе денег не хватит. Ну, дело твое. Это ведь не меня сейчас на ринге размажут. Все, короче, пошли уже назад, а то люди смотрят. Не, ради эксперимента можно было бы, конечно, попробовать сделать. Ну да ладно. Так. Извини, можно тебя на пару слов? Надолго не отвлеку. Конечно, в чем дело? Ни в чем, а в ком. В бритве. Мой папа с ним как-то дрался. Давным-давно. Когда бритва только начинал. Папа свалился в третьем раунде. Я тормознул бой. Только бритва не остановился. 3 минуты еще калашматил. Папа выжил. Но... Могу представить. А дальше что было? Ничего. Конец истории. Моей старой жизни. Да и мне самой тоже. Просто бритва должен получить по заслугам. Пускай поймет, что чувствовал мой папа. Поэтому я и здесь, малышка. Спасибо. Буду держать за тебя кулаки. Так, девочку эту запомнили, да? Аве, Цезарь. А тебе разве не нужно сейчас выбирать коляску? Рожаем завтра. Время еще есть. Так, все. Привет, лосиха. Смотрю, ты не скучаешь. В следующий раз я тобой пол подотру. Увидишь. Слышь, что такое дерзкое, а? Так. Да,
Так, ну что, вы готовы к бою? Только один раунд. Что? Один раунд, и хватит с тебя. Будешь мне ноги целовать и молить о пощаде. Так. Ну что, начинаем? Ща мы с тобой пообщаемся. Чё? О, Виктор. Вик, что ты тут делаешь? В смысле? Пришел посмотреть на главный бой года? Весь город гудит. Так что ты не подведи меня давай. Как? Так, а ты рассказать не хочешь мне ничего? Так, на всякий случай сохранимся, чтобы потом мы это все заново не проговаривать. Так, а тут где-то еще должны быть... Два брата-близнеца одинаковых с лица. В плане того, что одни и те же люди. А где они? Ладно, пес с ними. Я готов. Дамы и господа, жители Найт-Сити, начинаем наш долгожданный... Рюкзак. Давайте сразу покушаем всякого. Что у нас тут есть? Запас здоровья. Не знаю, как поможет. Это захаваем. Это не будем. Это выпьем. Ой, да тоже выпьем. Как бы несложно. Так, короче говоря, что-то я тут на это наел, напил. Так, пока сохраниться тоже можем. Потом, может быть, еще где-нибудь поближе сохранимся. В бою сойдутся. Хьюз, Бритва и Ви! Не слышу вас! А как ты разговариваешь с закрытым ртом? Допустим. Так. Можно, видимо, тут сохраниться. Ну, несколько раз сейчас посохраняемся, чтобы потом, если что, поближе быть. Ви, здорово. Как настроение перед боем? Так. Отлично. Прям руки чешутся. Ха, хороший настрой, это уже половина победы. Только вот одним оптимизмом ты Бритву не победишь. Уж поверь мне на слово. Это как понять? Парень настоящий танк. Реал скин из нановолокна, ударопоглотители. Его можно по башке молотом бить, он глазом не моргнет. Спасибо, успокоил. Прикольный. Да погоди ты, блять, я не закончил. У него есть слабое место. Ему неделю назад меняли мышцы пресса. И они еще не до конца прижились. Попадешь туда, ему будет больно. Очень больно. Спасибо. Я это запомню. Какая прелесть. Готовы? Начинаем? А, можно начинать. Так. Нельзя, жаль. Да, начинай. Пусть победит сильнейший! Так, ты где? Да. Как-то несложно, что ли? Ви, новый чемпион. Думаешь, на этом все? Думаешь, я просто так тебя отпущу? Думаю, да. Думаю, да. Если у тебя мозги есть и жизнь, дорогая. Это только начало. Мы с тобой еще встретимся. Через день, через год. Этот бой не последний. Ну, тогда до встречи. На тренировке не забивай.
Да проиграл я! Чего непонятного? Так, допустим. Так, тренер. Так и знал. Меня может победить только лучший боец. Сейчас сразу! Да ты пизди! Так, все. А что, все что ли? А я откуда знаю, что нам теперь делать? Ты, блядь! Ага, ну да. Зашибись, все прошло. Бритву просрал. Сколько там? Ну, 1200 точно. Ну что сказать, я хорошая актриса. Ах ты хитрая мелкая пройдоха. Стой, стой! Я могу все объяснить. Да зачем? Каждый крутится, как умеет. Ну ты, блин, бедный ребенок. Хитро выдуманный. Но, как говорится, да ладно. Мы победили, все хорошо. А так, да, она им управляла, если кто не понял. Так. Ладно, это мы сделали. Что у нас остается? У нас получается мягкие лапки. Простепенный красный пророк. Но он, скорее всего, не запустится до того, как мы не пойдем дальше по квестовой линии. Романтик с большой дорогой, королевы, шутность Night City. Но это само собой закроется. Так, ну по сути мы вроде как раскидались совсем. Так что я думаю, наверное, в следующей серии мы отправимся на мягких лапках путешествовать по всяким местам и громить Росаку. Нам тут дали еще одно задание в Пасифике как раз подраться. Поэтому мы быстренько чешем туда. Ну это как раз, видимо, мы тут со Зновом подеремся. Так, не... Сам... Ты, Тенкидату. Так. Хотел закончить серию. За этим вы сюда пришли. Так, не это. Не шуми, сохранится. Ты! Это ты удачно ты зашел! Ты что, еду бросаешь? Я смотрю, ты тут как дома. Ну, есть такое дело. Люблю развлекать людей. В глубине души я клоун. Угу. Ты только к детишкам на дни рождения Петросян. Не ходи. Да, не стоит. Так, а мы можем прокрутить сейчас время, просто чтобы день был. О, можем, отлично. Ты же не против постоять, подождать, пока мы подождем? Как... Привет, Night City. Сегодня как... Нормально. Так что, я с тобой дерусь? По обстоятельствам. По каким это? Если хочешь отхватить люлей, то вперед! Выворачивай карманы, деньги на бочку и айда веселиться! Так. А как ты с гранатой на роже? А что такого-то? Ну, граната и граната. Это окей. А что будет, когда тебе по ней прилетит? Что за глупый вопрос? Ну, взорвется. Так что ты этот момент учитывай. Так, давайте сохранимся. Перед всем этим приключением, да? Не знаю, можно, конечно, попытаться ему взорвать гранату, но... Если уж в это лезть, то за нормальные деньги. Поднимаю ставку. Ого, я смотрю, ты по мелочам не размениваешься. Окей, я поддержу. Иди за мной. Так, иду за тобой. Готовы? Начинаем! Так, сохранить сможем? Можем, прекрасно. Ну, let's do, душки. Чего тянуть-то? Пусть победит сильнейший! Так, а я не пойму, что по нему он не проходит. Тихо. О,
О. Так. Да. Да. Фигня какая-то. Ну, ты падать будешь, не? Хватит! Перестань! Я сдаюсь! Бой окончен! Победа за Ви! Вот это жесть! Вот ты меня разукрасил! Вся рожа в синяках будет! Твоя доля! Ты заслужил каждый Энни! Так, ну могли бы какие-нибудь синяки бы оставить. Конченый. Ну а ты-то у нас, конечно, мистер трезвый ум. Ладно, смотри, нос не задирай. Ты же понимаешь, что однажды эта граната рванет. Я по ней бить не стал, но кто-то другой. Знаю, знаю. Все мы когда-нибудь умрем. Но я хотя бы так, уйду с огоньком. Так. Ой, тихо-тихо, не шали. Ладно. Не получилось ему гранату взорвать, но не критично. Ну что ж, теперь уже точно. До свидания, дорогие друзья. До скорых встреч. Спасибо за просмотр, дорогие друзья. Не забывайте подписываться на канал, оставлять ваши комментарии, ставить лайки. Ну и про колокольчик тоже не забывайте.